Приветствую вас. Давайте мы с вами будем разбираться с тем, что вы написали. Итак, вы пишете, значит, я цитирую, да, пишу вам в порывах депрессии. Ну, вы знаете, здесь сразу хочется сказать, что депрессия не бывает в порывах. То есть депрессия проявляется не в порывах. Депрессия, она представляет из себя заболевание. Ну вот, заболевание. Психическое заболевание. Которое диагностируют врачи. Психиатры. Психотерапевты. И по диагнозу назначается лечение, вот, в том числе и медикаментозное лечение. Вот. Поэтому, если у вас депрессия, если вы считаете, что у вас депрессия, вот, то я бы рекомендовал вам обратиться к врачу, для того, чтобы он вам ее диагностировал и, возможно, назначил бы лечение. Потому что, ну вот, так, как вы пишете, я верю вам, верю в то, что вам кажется, что у вас депрессия, я верю вам. Вот, ну, только, еще раз повторю, я не врач, вот, и, соответственно, если у вас действительно депрессия, то это нужно лечить. И уже вот в процессе лечения вам, может быть, понадобится психотерапия, которую мы вам и сможем дать. Как психологи, да, уже, вот. С другой стороны, депрессия – это, по сути, подавление своих желаний, ну, ваших желаний. И это, конечно, может быть и не болезнь, но, тем не менее, поработать с этим вполне себе, может быть, и стоит, хотя бы потому, что ваши проблемы, они все-таки очевидны, да, они не связаны с мужчиной, да, они не связаны с молодым человеком, как вам это сейчас не казалось бы странно, вот. Но молодой человек здесь на самом деле ни при чем, абсолютно. Вот, молодой человек, он вообще к этому не причастен, вот. А всему как бы виной, ну даже не виной, а причина, она немножко в другом. Вот, причина в вас. Но об этом я сейчас расскажу. Недавно в моей жизни произошла довольно стандартная ситуация, приглянулась одному молодому человеку, он начал проявлять знаки внимания и заботу. Значит, смотрите, вы говорите, приглянулась одному молодому человеку. То есть вы не говорите о том, что он понравился вам. Вы не говорите о том, что вы просто, ну, вот с ним начали общаться, да, там, взаимодействовать как-то, и у вас отношения завязались. Вы говорите скорее о том, что вы ему приглянулись, как бы обесценивая себя, что вот мне приглянулся молодой человек, и я с ним начал общаться, только потому, что он я ему приглянул. Ну, согласитесь, это несколько странная позиция.
То есть это позиция жертвы, это позиция неуверенного в себе человека. То есть уже тогда, когда вы еще были вместе столько, да, то есть вы еще, в принципе, ну, не расстались даже, вот. Уже тогда вы думали о себе хуже, чем на самом деле есть, чем на самом деле вы себя представляете. Потому что, еще раз, да, приглянулась ему. То есть я ему приглянулась, вот. Не он мне понравился, да, а я ему приглянулся. А я считаю, что я никому приглянуться не могу, ну, скорее всего. Целыми днями сидела за компом, вела переписку с ним, и, конечно же, я к нему безумно привязалась. Так, почему целыми днями вы сидели за компом и вели с ним переписку? Во-первых, почему за компом? Во-вторых, почему сидели и вели переписку, зачем? В-третьих, у вас отношения, они что, на расстоянии? То есть вы познакомились в интернете, получается? А в реальной жизни вы почему не знакомитесь? Как бы, вот. То есть, что у вас общего с этим человеком? Ну вот, с мужчиной, что у вас общего? И есть ли что-то общее у вас с ним? Понимаете? Почему это важно? Потому что если вы изначально воспринимали его только как, грубо говоря, гендерного партнера, да, вот. То есть, ну а что такое гендерный партнер? Это вот только мужчина, да, то есть он интересует меня, ну, грубо говоря, только как мужчина. Вот. И все. То есть больше мне ничего не интересно. Вот. Если история такая, то это означает, что вы в нем никого, кроме мужчины, и не видели. А это, по сути дела, сводит на нет. Практически перспективы вашего общения. Вот. Потому что, ну, помимо гендерного, да, есть еще и личностное и так далее, а у вас как будто этого ничего нет. Вот. Ну, понимаете, и это, конечно же, накладывает свой отпечаток. Вот, ну, не может не накладывать отпечаток, вот, потому что ограничения, очень сильные ограничения накладываются на отношения. Когда видят только вот непосредственно гендерного партнера, вот. Понимаете? Вот. Вы говорите дальше о том, что я к нему безумно привязалась. Вот именно, вы привязались, привязанность – это потребность, нуждаемость в нем. В чем конкретно заключается ваша потребность в нем? Впервые за долгое время почувствовал себя счастливой. Так.
То есть вы хотите сказать, что сами по себе вы себя счастливой не чувствуете. Именно сами по себе. Здесь, конечно, очень важно понять, почему так. То есть, что вам мешает быть счастливой самой по себе? По какой причине вы не были счастливы до этого? То есть, понимаете, да, проблема уже началась до того, как вы стали испытывать сложности в отношениях. Проблема была до этого. Она до этого имела место быть. Понимаете? И вы хотите избавиться от проблемы вот этой, которая сейчас, но причина-то не в ней. Причина-то в другом, причина-то в том, что вы счастливы не были до этого, и почему-то считается, что мужчина, ну вот, ваш мужчина, да, ответственен, должен быть ответственным за то, чтобы вы были счастливы. Понимаете? Какая история? Правильно ли это? Нет. Неправильно. Почему неправильно? Потому что человек ответственен только за себя. И мужчина ваш, он может безусловно делать вас счастливой, это так. Может, но не должен. Понимаете? Какая история. И, возможно, именно по этой причине он и от вас отдалился, потому что понял, что вы слишком много хотите от него. Ну, может быть, слишком много ждете от него, может быть, ожидаете от него. То есть он увидел что-то, что ему не понравилось, по сути. И он поэтому, соответственно, выбрал от вас отдалиться. Вот. Как бы. Но это опять же, понимаете, это его выбор, это его право сделать так. Он вам ничего не должен. А вы в своей позиции выступаете преследователем. То есть вы требуете от него, чтобы он вам сказал. Вот. То есть сказал, как, например, ну, допустим, как он к вам относится, например. Так, после нашей последней встречи он перестал мне писать, начал активно искать себе новых друзей и т.к. Ну, смотрите, опять же, история какая? Если между вами ничего общего нет, а, как я понял, между вами нет ничего общего. Вот. Ну, то есть, вы как бы не связаны друг с другом. Вот. То есть у вас нет
каких-то общих, значит, ну, интересов, у вас нет общих задач, у вас нет общих взглядов, вот. Понимаете? Ничего этого нет. И, соответственно, поэтому ваши отношения, они не столь крепкие. Но это вопрос к вам. Как вы выстраиваете отношения, на каком фундаменте? Он мне не раз твердил, мол, я прямолинейный человек, я у него прямым текстом просил, я тебе надоела. То есть, опять же, вы обесцениваете себя. Он давал отрицательный ответ и убеждение, что я у него одна, ему меня хватает. Это классическая история, когда вы оставляете человека без выбора, по сути. То есть, у него нет выбора. Он не может сказать вам о том, что вы ему надоели. Потому что это будет очень, ну, жестоко по отношению к вам. То есть тут реально очень жестоким человеком нужно быть, чтобы сказать такое. Ну, даже если вы ему надоели, действительно, ну, то все равно он вряд ли бы вам сказал. Вот это слишком жестоко. Но вы, вот что нужно понять вам. Вы себя обесцениваете, когда задаете такой вопрос. Потому что, как бы, ну, вы подселяете мысль у человека, что вы действительно можете надоесть. А это все-таки больше негатив, скорее. То есть это скорее именно что-то негативное, чем позитивное, вот. В данном конкретном случае, вот. Понимаете? Соответственно, вопрос. Почему вы посчитали, что вы ему надоели? А почему вы так болезненно отреагировали на то, что он перестал вам писать? Ну, как бы, перестал, да? То есть это, ну, опять же, вы же не должны ничего друг другу. Вот. Но болезненность есть. И вы пока что не хотите брать ответственность на себя за эту болезненность. Вот. Дальше. Слова эти оказались ветром, ведь он продолжал делать вид, будто я тут мертвый валяюсь. Нет, просто вас стало много. А я сделал вывод, он просто не хочет меня обидеть, сама его везде постыдно заблокировала, прекратила общение с ним. Но это опять же детская позиция. Почему просто не оставить канал связи, да, почему просто не общаться на комфортном уровне для него? Человек проставил границы, личные границы. Как ему комфортно, как ему удобно. Вы этого не сделали, потому что у вас личных границ нет. То есть нет правил по взаимодействию с людьми. Возможно, в этом вам тоже требуется помощь. Дальше. Так, после этого я залила слезами папину футболку. Почему именно папину футболку? Не очень понятно. Часто задумывался о том, почему это так несправедливо. Это опять детская позиция. Несправедливость и справедливость – это мифические формы мышления, которые пришли из сказок. Не бывает справедливости и несправедливости, Ольга. То, что произошло, это выбор. Это выбор человека, который зависит в том числе и от вас. Но не только от вас.
То есть здесь ваша позиция, она в некоторой степени эгоистична, то вы считаете, что как бы все произошло именно из-за вас. Но ведь могло же быть и по-другому. Могло же быть и иначе, в том смысле, да, что дело могло быть вообще не в вас. Понимаете? Дело могло быть и в нем самом, в, ну, в мужчине вообще. Вот. Кроме того, у вас не было ничего общего. Что здесь несправедливо? То есть несправедливо для вас, потому что вы не получили то, что хотели, да, а по отношению к нему, если ему так лучше, разве это несправедливо? Случиться это могло, возможно, из-за того, что в моей внешности присутствует косоглазие. Нет, это комплекс. Это комплексы, от которых тоже нужно избавляться. Я всячески побаиваюсь смотреть людям прямо в глаза, многих это смущает, в том числе его тоже. Понимаете, вот то, что вы побаиваетесь, это проблема ваша, потому что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. А то, что, как люди реагируют, это их проблема, потому что они не принимают вас такой, какая вы есть. Вот, почитайте книжку «Я умею прыгать через лужи», вот, а после, я думаю, нам с вами будет, стоит поговорить. После нашей встречи, когда он провожал меня до остановки, я услышала от него следующее: «Я, кажется, знаю, почему ты боишься смотреть в глаза». Ну и что? Ну и что? Вы действительно думаете, что серьезного человека, если бы у вас было что-то общее, а не просто вот такого типа отношения, да, как вот у вас, вы действительно думаете, что серьезного человека это остановило бы? Правда? А вам нужен вообще такой мужчина, который вот так легко уходит, ну, от вас, например? Вам нужен такой мужчина, который вот так легко вас как бы, ну, бросает? Вот. То есть вы вот подумайте на эту тему. Хорошенько. Какой мужчина-то вам нужен вообще? Вот. Какого мужчину вы хотели бы себе? Мне почему-то кажется, что этот мужчина должен быть похож на отца. Так не бывает. Дальше, значит, родители меня обещают в том, что такого дефекта у меня есть, но мне другие люди, у меня это как-никак замечало. Ну, еще раз повторю, если родители активно старались не замечать у вас этого, да, то, как бы, незамечание, это не решение проблемы, поэтому лучше вам перестать на родителей обращать внимание, а самостоятельно смотреть, как все происходит, потому что родители — это родители. Все хорошо. Что именно хорошо, Ольга? Теперь меня мучают постоянные мысли в голове о нем, как не берусь за какое-нибудь дело. Ну, здесь на самом деле все довольно просто, ибо вы почувствовали себя счастливой, как вы говорите, впервые за долгое время. Вот, и надо сказать, что вы расширили свое сознание, и поэтому вы теперь думаете постоянно о нем. Потому что счастье-то вы почувствовали, вот. А теперь все вернулось обратно, это уже неприемлемо, вам хочется уже по-другому, вы знали, как по-другому. Вот, плюс зависимость, потребность, привычка, вот. Понимаете? Поэтому, опять же, это вопрос к тому, почему вы не чувствовали себя счастливой до этого, и вопрос к работе над вашими собственными внутренними противоречиями, который у вас есть, безусловно.
хочется измениться хотя бы духовно, для чего? Приобрести навыки в чем? Но эти мысли, они убивают. Мысли – это и есть то, что вам транслирует ваше подсознание. Что пора меняться, пора менять себя, пора наконец-то работать над собой. В итоге хожу целыми днями угнетённая, в глубокой депрессии. Еще раз, Ольга. Депрессия – это заболевание. И до тех пор, пока вам его не диагностируют, говорить о том, что у вас депрессия, нельзя. Понимаете? Нельзя. Еле сдерживаю слезы внутри, они так и просят наружу. Ну, поплачьте. Поплачьте. Это хорошо. В принципе, хорошо, что вы плачете, потому что слезы это чувство, слезы это эмоции, слезы это замечательно. Вот. Другое дело. Другое дело, конечно, какие выводы вы сделаете из этого. Ну, из того, что произошло. Но плакать нужно. Если хочется плакать, плачьте. Вот. То есть я думаю, что слезы это замечательно. Ага, здесь. Вот. Для вас. Вот. Слезы это великолепно. Но если вы для себя никаких выводов не сделали, да, то есть если вы не поняли для себя, например, тот факт, допустим, что вам нужно самой нести ответственность за свои желания, за свои чувства, за свои эмоции, за свои переживания, за свои значит, достижения, вот, и никто другой этого сделать не может и не должен, то получается, что вам ваша вот данная позиция, она чем-то выгодна, вот, напротив, выгодна вам. И, к сожалению, она будет, эта позиция, продолжать быть с вами до тех пор, пока вы, как бы, ну, до тех пор, пока вы не поменяете себя, опять. Вот. То есть для этого, нужно просто взять ответственность. Полностью ответственность на себя. Вот. И все. Ответственность за себя. Вот то, что вам нужно сделать. Готовы к этому? Если да, то можно поработать. Дальше идем. Так. Говорят, время лечит, но мне так жалко тратить свое время, потому что большая часть моей молодой жизни потрачена на иллюзии, попытки выбраться из ямы депрессии, апатии, это... ну, опять же, если у вас действительно депрессия, то вы не выберетесь из нее сами. Потому что депрессия – это заболевание. Апатия – это подавление своих желаний. То есть вы подавляете себя, вы подавляете свои желания, вы подавляете свои потребности, и тем самым вы апатия. Потому что вы не хотите делать то, что нужно, ну, то, что от вас требуется, ну, грубо говоря. Вот. Понимаете?
А если вы, как говорите, вы тратите на это время, то, значит, это, опять же, зачем-то нужно вам. Вопрос только в том, зачем. Вот. Я не верю в то, что это случайно, я верю в то, что если это происходит, значит, вам это для чего-то нужно. Вот это все. Вот. Можно с этим разобраться? Можно разобраться с тем, для чего вам это? Для чего вам это нужно? Да? Можно. Можно брать ответственность на себя за то, что происходит? Да? Можно. Можно. Требует это каких-то усилий от вас? Да, требует. Дальше идем. Так, не будь у меня родителей. Так, понятно. Значит, как выбросить этого человека из головы? Ну, как вы уже, наверное, поняли, выбрасывать человека из головы не нужно. Не нужно. То есть, вот, серьезно говорю, выбрасывать человека из головы не нужно. Вы, знаете, просто подумайте. Вот когда вы были несчастной, да, ну, а вы были несчастной до встречи с ним, вы на него, на этого мужчину, возложили все свое несчастье. По факту. Вот считаете ли вы, что это адекватная, ну, позиция? Считаете ли вы, что это хорошая позиция? Считаете ли вы, что мужчина вообще, ну, заслуживает такого? Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что не заслуживает. И если вы собираетесь строить отношения с людьми, да, ну, еще другие, то подумайте, какой вы хотите прийти в эти отношения, что вы хотите принести в эти отношения, и что для этого нужно сделать, опять же, вам. Именно вам, больше никому, только вам, понимаете, вот. Вы не можете избавиться от мыслей о мужчине до тех пор, пока не будет понятно, какие желания за этим стоят, вот. А желания за этим стоят, ну, понятно, как и непринятие себя, страх одиночества, возможно, ну, что-то еще. Ну, то есть я думаю, что там можно, в принципе, еще найти причину. Вот. Причины того, почему вы так вот активно за него держитесь. Так что выбросить это не вариант абсолютно. Это не решит проблему вашу. Никаким образом. Здесь только вот работа над собой, над своими комплексами. Вот. Понимаете? Самостоятельно выбраться из депрессии, апатии вы, скорее всего, не сможете. Для этого вам понадобится психолог. Человек, которому бы вы доверились, человек, которому бы вы открылись, вот, человек, который бы повел вас на пути к новой жизни, по пути. Почитайте книгу, которую я вам дал, вот, «Я умею прыгать через лужи», Алан Маршалл. И подумайте над правилами построения отношений.
и над фундаментом отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.